Второй А просто спит и не слышит ничего. Выключили все. У себя руки замочком повернули, закрыли. Ставь сюда сразу. Ярослав, я тебя спускаю на первый ряд, потому что я не могу позволить, чтобы на сцене выделялся человек у нас. Да, все опустили все руки. Меняется с Ярославом местами. Ильяна, давай быстрее, Ярослав. А когда вы с этими двумя рядами были на сцене, то вы внизу, тогда все. Мы идем не только выступать, но и будем в роли зрителей. Нам нужно с вами показать свою воспитанность и культуру. Thank you.
классную песню. Проводим их громкими аплодисментами. Понимали, сколь важна роль учителя в их дальнейшей жизни, учебе и карьере. Я желаю, чтобы наши школьники не просто послушно выполняли домашние задания, а выполняли их потому, что им хочется знать ваш предмет. Пусть работа не приносит вам усталость. Будьте мудрыми и справедливыми, и пусть ваш учительский талант сможет реализоваться в полной мере. Хороших, добрых, творческих вам учеников, хорошего настроения, любви и в семьях, чтобы у вас все было замечательно. Спасибо. Thank you.
Вы только вышли, зал взорвался аплодисментами. Да. Молодцы! Праздничный вечер, потому что домашнее задание нужно сделать только по литературному чтению. Я сказала! Сегодня пятишутка.